полезных свойствах сирени. Каждой весной кусты сирени привлекают своей красотой и изысканным ароматом всех, кто желает насладиться прекрасными видами этого растения и почувствовать благотворное воздействие ароматерапии. Все части сирени – листья, цветы, кора, почки, корни – обладают лечебным эффектом. Благодаря входящим в их состав гликозидам, в особенности сиренгину, эфирным маслам, флавоноидам, смолам и прочее. Но наиболее ценятся целебные качества цветов и листьев растения, которые могут использоваться в качестве одного из компонентов зеленого сбора или же самостоятельно. Как и у подорожника, листья сирени обладают антибактерицидными и болеутоляющими свойствами. В размельченном виде их прикладывают к ушибам, ранам, нарывам, гнойным воспалением кожи. А настойка из листьев помогает устранить воспалительные процессы в почках и даже способствует выведению из них камней. Препараты на основе цветов сирени оказывают патогонное, жаропонижающее, антимикробное, противомалярийное, обезболивающее действие. Настойка хорошо известна как противорадикулитное средство. Она помогает избавиться от подагры, артрита, артроза, остеохондроза. Для ее приготовления необходимо засыпать, не уплотняя, цветами доверху стеклянную или керамическую емкость и налить туда спирт. Через 20 дней хранения в темном месте настойку можно употреблять, строго соблюдая дозировку по 30 капель 3 раза в день в течение 3 месяцев. Отвар на основе сиреневых почек принимают для нормализации уровня сахара в крови. Он оказывает лечебное действие при сахарном диабете. Как и все отвары, он готовится путем кипячения 20 минут. 1 столовой ложки сырья почек сирени, полулитра воды. Остывший отвар процеживают и принимают по 1 столовой ложке до еды 3 раза в день. Цветочный чай показан при бронхиальной астме, эпилепсии для улучшения зрения. Цветы, 1 столовая ложка, заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 минут, процеживают. Пить его можно длительное время до получения результата. Заготавливают листья и цветы в период цветения сирени. Почки собирают ранней весной, когда происходит их набухание. Тогда же проводят сбор и коры растения. Полезные свойства заготовленного сырья сохраняются в течение 2 лет. Важно помнить, что входящий в химический состав сирени природный гликозид сиренгин, обладающий горьким вкусом, это ядовитое вещество. Поэтому следует очень осторожно употреблять все препараты, соблюдая точную дозировку и получив консультацию врача. Источник интернет. Будьте здоровы!